Нью-йоркский бизнесмен за 1,5 миллиона долларов купил 15-минутную пленку с Мерлин Монро, на которой актриса занимается оральным сексом с неизвестным мужчиной. Бизнесмен обещал ни при каких обстоятельствах не обнародовать кадры. Черно-белая запись была сделана в 50-х годах прошлого столетия. Коллекционер с Манхэттена приобрел пленку у сына уже умершего информатора ФБР.